Внимание, обнаружена халява. Чтобы получить 200 голды, тебе надо поставить огромный лайк, подписаться на мой канал, подписаться на мой второй канал, ссылка на который есть в описании. Также написать хороший комментарий плюс свой ID и нажать на колокольчик. Ну что же, а мы идем дальше. Приветик всем, ребята, Кента пока на проводе, и сегодня мы проведем небольшой эксперимент. Мы узнаем, сколько я получу опыта ровно за 10 минут, если я буду всех убивать только при помощи одного керамбита. Ну что же, ребята, можете заходить. И, ребята, буквально через 3 секунды у нас начнется наша битва. Надо как можно быстрее прибежать на базу террористов и начать всех просто-напросто убивать. Очень-очень быстро все это делаем, ребят. У нас крайне мало времени, всего лишь 10 минут, я должен получить максимально много опыта. Так, ну что же, быстрее, ребят, подходите прямо ко мне, бегите прямо на мой керамбит голд, набегайте. Ну а вы, мои уважаемые подписчики, напишите прямо в эту секунду, как вы думаете, сколько я получу опыта. Вот прям поставьте видео на паузу и напишите, сколько я получу опыта. Блин, смотрите, а как они, вы видели, они как-то стали бессмертными на секунду. Я просто в шоке. Офигеть, видите это? Бессмертие! Обалдеть, мы еще и баг нашли! Я просто в шоке. Как такое возможно? Но, лол, мы еще помимо этого нашли баг на бессмертие. Блин, ребят, ну, я немножко удивлен. Опять, смотрите, опять бессмертные были. О, опять, смотрите, я в шоке, вот это да. Я напоминаю то, что с прошлого видео я получил 3550 опыта, поэтому... На этом видео я надеюсь, что я получу гораздо больше опыта. Опять, ребят, опять бессмертие, смотрите, я в шоке. Как? Вы как бессмертные все? И, кстати, да, я хочу выполнить один небольшой челлендж, а именно сделать 1000 убийств. Я не знаю, это выйдет или нет, ну, по всей видимости, вряд ли, но, по крайней мере, я попытаюсь. Так, давайте как можно быстрее все бегите на мой керамбит голд, я буду вас всех убивать. Кстати, смотрите, я понял, как баг работает. Когда два террориста становятся друг в друга, то они просто-напросто бессмертные. Блин, я в шоке. Ничего себе, мы багаюзеры, да? Опять, смотрите, видите, бессмертные, они друг в друге стоят. Так, ребят, не стойте друг в друге, а то мне так неудобно вас убивать. Вот бы в обычной катке так было, да? Нафармил бы все по-быстрому 100-й левел, ох, было бы приключение. Осталось ровно половина времени, и мы уже сделали 196 киллов. Ребят, ну в принципе не все так плохо. 220 киллов, и осталось 4 минуты времени. Пацаны, давайте, мы должны получить больше опыта, чем в прошлый раз. Я реально на это надеюсь. Но мне что-то кажется, что я получу опыта примерно 3000. Я не знаю, но я что-то думаю, что я получу меньше опыта. Потому что это, ребят, командный бой. Я же в прошлом своем видео я играл на закладке бомбы. А как мы все прекрасно знаем, что на закладке бомбы опыта дается гораздо больше. А я напоминаю то, что если мы наберем 10 тысяч лайков, то я обязательно возьму и сниму продолжение, так что все зависит только от вас. Если вы наберете много лайков, то базара ноль, придумаю еще какую-то прикольную идею и сниму продолжение данной рубрики. 350 убийств, ребят, одна минута, последняя минута, давайте максимально оперативненько все ко мне подходим, ребят. Последняя минута, и мы узнаем, сколько я получу опыта. 25 секунд, пожалуйста, все ко мне подбегайте. 25 секунд, ребят, надо сделать 400 убийств, прошу, ой, красавчики, просто лучшее. Так, ой, вообще пушка, да? Быстрее, ребят, быстрее, 10 секунд времени, надо 400 убийств. Срочно. Ё-моё, какой-то левый спецназовец зашел. Рот мне в ноги, кто меня убил? Офигеть, вот вы говнюки. Так, ну что же, ребята, смотрим. Обалдеть! Офигеть! 4К опыта! Офигеть! Вот это да! Я просто в шоке! Обалдеть! Офигеть! Блин, реально много! Я в шоке! Ну что же, ребята, обязательно поставьте огромный лайк, напишите любой хороший комментарий и, самое главное, подпишитесь на мой канал. Ну что же, с вами был ваш Кента ПК. Ссылочка на мою группу, где есть конкурс на халявный нож, есть в описании, так что приходите, вступайте. Всем удачи и всем пока!